Привет, друзья! На связи на Пикабек и... И Леди Леска! Всем привет! Сегодня, друзья, мы с Леской будем играть в режим в Роблоксе, который называется Brookhaven. И, друзья, не пугайтесь, то, что Леска сегодня такая низкая. Дело в том, что мы будем играть. Типа, вначале я стану доброй мамой, а потом я буду злой мамой. Вы посмотрите, как это будет. Мы как бы будем играть роли с Леской. Вот у нас на втором этаже такая вот квартира, какая-то материал Girl тут приехала. Оп-оп-оп-оп. Тут я тоже флексить могу. Оп. Оп-оп-оп, тирам-пам-пам, оп-тип-трам-пам-трам-пам-пам-пам-пам. Ой, друзья, пошло. Леска, что будет сегодня? Тут столько танцев новых. Раньше Леска, разнос знаешь, сколько пошла. Было 6? Леска, раньше было 6 танцев. А, Леска, посмотри, как я флекшу. Друзья, мы немножко отвлеклись. Красиво. Ты что толкаешь? Все, но мы начинаем. Давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, Леска. Давай, все, мы начинаем. Так, я захожу, типа. Так, так. Нубик. Так, я встала. Эй, мамулька! Эй, лисунька! Эй, мамулька! Вернулась со школы. Мамулька, ой, я пришла! Это? Мамулечка, привет! Сегодня у нас в школе была ярмарка. Мне подарили шарик, что? Потому что... Мне подарили шарик, потому ой. Что я получила 5 по математике сегодня по контрольной. Ой, да кто тебе подарил? Кто тебе учительница. Ой, ну как красиво. Иди положи жарик, потом кушать приходи. Ой, мамульчик, давай, сегодня я жарик, такая умничка. Меня приходи. Все хвалили в школе учителя, сказали, что я хорошо занимаюсь. Ой, ну какая умничка. Ну молодец. Кстати, что сегодня хочешь на ужин? Скажи. Ой, я хочу вкусненькое что-нибудь. А есть какая-нибудь пиццечка там, такое что-нибудь? Давай-ка посмотрим. Так, садись, сейчас буду готовить, окей? Ой, сегодня вообще в школе что было? Так смешно. Что хочешь пить? А что было? Сок буду, сок пить. Сок? Кока-колу не хочешь? А, ну давай, кока-колу можно. Так, пойдем. Я сейчас. Мы сегодня, короче, вообще, разные. У нас на физкультуре эстафета была, потом так. Мы бегали, играли, я там тоже Леска. Выиграла, наша команда выиграла, точнее. О, молодцы, вот. Вообще молодцы. И мы, короче, Леска, на следующие выходные пойдем вместе с классом в кино, нам сказали. Надо будет... А за это платить надо как-то? Надо денежку сдать, там небольшую денежку совсем, чтобы так, давай. Билет купить. Я даю тебе колу и о, пиццу. Спасибо большое. А еще ты должна съесть такой буррито и так. Буррито, обожаю буррито, это вообще... Возьми. Ой, ну вкусняшка, Леска. Ну что творится, а? Вот, так что все, так. А сегодня у нас пятница, мам, что-нибудь пойдем куда-нибудь интересное, что-то гулять? Конечно, пойдем, только сначала ешь. Еще я хочу тебе дать, хочешь коктейль? А коктейль? Давай, а я хотела колу и попить. Колу хорошо, но коктейль тоже можно. Ой, мамулька, припакован моя. Хочешь эти? Какая-то вкусняшка. Окей, такая за мороженым? Красная. Мороженого у меня нет, поэтому за мороженым мы пойдем в другой магазин. Все, мам, я покушала. Ты хочешь в кино пойти? Спасибо. Слушай, если мы успеем сегодня и в кино хочу, еще охота погулять там по какому-то парке. Пойдем, пойдем скорее, пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас надо забрать. Им-па-пом. О, мам, можно я игрушку подожди, возьму с собой? Любимую игрушку возьму. Конечно, бери. Так, сейчас посмотрим. Первокупим. Да что такое, да? Вот эта вот кроватка новая мы купили, она так. Мне вообще нравится. Покажи. Да. Круто здесь спать будешь. Так, так все, давай пойдем собираться. Хочешь, например, что-нибудь новенькое одень, например? У тебя же есть новые там платья разные или одежда красивая? Хочешь надеть? Я хочу посмотреть, что у меня есть сейчас. Посмотри, типа. Так вот, посмотри, что у тебя есть из одежды красивой. Я тоже там преобразуюсь вот так вот после шкафа. Ого, я даже не знаю, что мне выбрать. Так, Леска, давай выберем тематику, давай какой-нибудь цвет выберем, а под него вдвоем оденемся, типа мы семья. А, ну давай, типа. Давай. Давай выберем тематику, давай-ка... Так. Какой хочешь цвет? Давай розово-белый. Давай, ну мне и так розово-белый сейчас как раз. Окей, ну другой, например, какой-нибудь оденешь просто. Ну и все. Так. Слушай, я даже не знаю, какой мне выбрать, сейчас я подумаю. У меня верх такой красивый, потом посмотришь, сейчас не буду говорить, что у меня. Хорошо, так. Сейчас я тебе тоже скажу, сейчас секунду, я почти выбрала. Хм. Именно розово-белый, да, мы решили? О, это да. Сейчас вообще в тему, сейчас увидишь, что у меня. Какая пупса. Так, слушай, вот все, сейчас я уже выхожу, сейчас, мамулечка, сейчас готова, я почти готова. Ой, давай. Так, что мне? Так. Вот эти вот, может быть... О, мам, готова, я все. Сейчас я выхожу. Сейчас с кровати слезу тут. Так, опа, нет, не очень. Так, давайте. Так, все. Жду мамульчику мне мою. Мне очень мамулька подходит. Вот такие так, вот. Так, я бегемотика своего. Ну что, как у тебя? О, так красиво. Ой, как красиво, Барби. Да. Спасибо, пошли. Мне кажется, ты в блоке подошли, как у меня джинсы.
А к моей, кстати, к моим джинсам подошел бы такой топик, как у тебя. Да, у тебя очень красивый, мам. О. Спасибо. О, вот. О, теперь одинаково пойдем. Топики. Классно. Ну пойдем скорее, а то уже скоро пойдем. Темнее и все, уже давай, стемнело. Пойдем. Ничего страшного? Ничего страшного, пойдем. Я разрешаю. Ура. Пошли. Так. Позакрываем на ключики и идем. Так, надо так посмотреть. Сначала давай возьмем мороженое. Хочешь давай, мороженое? Давай, давай, давай. Открылась? Пошли. Кстати, это же новая кафешка возле нас. Да, пойдем, смотри, вот такая вот кафешка, и тут все мороженое абсолютно. Тут даже милкшейки, кстати, есть. Вау. Пойдем, Лес. Давай, садись пока что, Лесочка, я тебе сейчас мороженое выберу. Ой, мамулька так, моя. Так, какую хочешь? Тут есть... Я хочу какой-нибудь... А можно банановое там всякое такое есть? Тут ванильное, шоколадное, потом есть баблгам. Угу. Этот, мятное с этими шоколадными крошками, так. И день рожденческий. О, вот, мятное с шоколадными крошками хочу, это очень вкусно. Ой, так. Ой, я мечтаю баблгам взяла. Ничего себе. Так, ладно, окей. Тогда я, получается, возьму... Так, возьми. Тебе, получается, такое хочешь, а я себе баблгам взяла. Ой, давай, спасибо. Кушай. О, ну вкусняшка. Смотри, как огромное смотри, такое. Какое... Ну вообще. Оно очень красивое. Очень вкусное, ага. Кстати, очень вкусное. Да, согласна. Так, ну что, так, ну нам что? Надо выдвигаться, пойдем? А то уже, я говорю, время совсем... О-о-о. Так, полицейский участок здесь у нас. Подожди. Так, смотри, куда мы можно было бы пойти? Вот куда ты хочешь пойти? Пойдем за... Давай хотя... погуляем, просто можно и так вот посмотреть, погулять. Хочешь, например... Слушай, а здесь новый магазин, кстати, продуктовый. Может быть, сходим за продуктами в что-нибудь? О, пойдем, я знаю куда. Я знаю куда, пойдем. Так, бери, короче, сейчас машинку возьмем. Да, на машину поедем? Все, поехали. Подожди. Поехали. Это же мой драндулет. Так. Самый. А как же я села? Ой, это мамуль... же мой из Майнкрафта драндулет. Мамулечка моя везет меня, Нубик из Майнкрафта везет меня. Да, кстати, такой же драндулет. Только руль так, у тебя переставился. Так, пойдем выбирать. Так. О, мам, так круто ездишь, пойдем ты вообще. Пойдем в Старбрукс. Давай. В Старбрукс пойдем. Давай, кстати. Пойдем. Очень круто там. Давай. Там есть кофе разные, такие вот штучки там. Выбирай, короче, себе. Что ты хочешь, я тебя возьму. О, я хочу посмотреть. Подожди, подожди. Так, а можно мне какую-нибудь вкусную печеньку и холодный кофе прям со льдом такой вкусняшное? А какой хочешь, зеленое или розовое? Зеленое хочу. Давай, бери. Я тоже зеленое возьму. Так, давай, я тебе даю. Ой, спасибо. Получается, сейчас. И сама я сейчас хочу себе... Что ты хочешь еще? Бери сама, если хочешь. Слушай, так. Я не знаю, может быть... Я возьму кексик. Может, вот этот рогалик? А, нет, подожди, вот это. Так, где покушаем? А у меня ничего не берется уже. У меня, наверное, деньги кончились. Да не, бери вот так вот, бери. Я хотела вот этот кексик взять. У меня тут столько всего уже. Так. Да? Тогда убери что-нибудь лишнее, то, что у меня вот бегемотик не умещается. Я сейчас машину отнесу так. Окей, давай. Я предлагаю по этот... Тут столько всего есть вообще. Жалко то, что мы везде не можем сходить. Так, я хочу взять вот этот вот маффин. Хочешь с ветерком прокатиться? Давай прокатимся. О, уже, кстати... Хочешь с ветерком? Сюда садись. Ух ты, давай. С ветерком прокатимся. А, я не смогла сесть. Ой, дождик! Дождик! Оу! Мам, ты чего? Ой, мам, ты чего? Капец. Пойдем в кино. Давай уже в кино. Капец, это что дождик, такое? Мы на боку поехали. Красиво. Я люблю, когда дождик, кстати. Ну что, друзья, вот это была вот добрая мама в Роблоксе. Да. А сейчас скоро будет злая. Ой, как я боюсь, что будет сейчас, друзья. Мне гораздо Всё. Больше нравится с доброй мамой жить. Так, ну, значит, вот такая вот история, друзья, начинается вторая часть, приходит... Так, сейчас. Приходит со школы несчастная Леска. Подождите. Сейчас я сделаю. Ой, Нубик готовится, а Леска тоже Всё. Готовится. Сейчас надо сделать... Нубик готовится к своему выходу, а Лисонечка к своему. Такая кофта. И возьму-ка... Так. Вот так Леска ждет, друзья, сейчас Нубик. Штаны. Все, давай. Так. Где-то она... Один обычный где день. Где-то Леска, совсем что ли уже? Возвращается. Опаздывает еще домой.
Чего платишь? Что случилось? Ой, опять? Мамулечка, мне 2 поставили. Да вот какая ты, все, мама, не ругай. Садись кушать. Мам, не ругайся, садись, мам, не ругай, я исправлю. Я просто дневник забыла, учительница злая была сегодня. Эй, ты ж, может быть, ты меня обманываешь? Может быть, из-за того, что ты не смогла задание сделать из-за этого? Мам, ты че, я никогда не обманываю, почему обманываю? Я тебе говорю по-честному. Все, ладно, садись, будешь кушать после этого. Не ругай. Скажу тебе, что делать. Капец. Так. Почему другим не поставили 2? Там тоже дневники, еще 3 забыли, а мне поставили. Я же не... А вот правильно, правильно, что тебе поставили. Так. Зачем? Ты что, смеешься, что ли? Мам, ну вообще-то мне так. Стыдобище. Все, пойдем, сейчас кушать будешь у меня. А вот не надо есть, будешь спортом заниматься. Ой, что такое? Не дам я тебя еды занимаюсь. Мам, ты чё? Мам, я чё, ты чё? Вот как я занимаюсь спортом, 50-килограммовую гантель поднимать надо. Мам, мне рука отваливается, а уже, делаешь? Мам, рука отваливается. Потом в спортзал пойдем, Леска, будешь отрабатывать. Не-не-не-не-не. Всё, а сейчас убираться быстро. Ой. Пылесось всё. Ой, мам, дорогая. Чего ты развлеклась здесь? Ой, пожалуйста. Давай, пылесось. Я пылесошу, мам, я правильно пылесошу? Мам! Встань ты! Что ты, мать твою, позоришь? Стыдобище, ой. Ну я же твоя мама, мать. Вот так убираюсь, ой. Да не надо, нормально встань. Что ты делаешь, позоришь меня? Ой, мам, ты ругаешься, я ничего не соображаю еще больше. Давай. Так, все. Вот я что. Сейчас я буду чилить, от тебя отдыхать буду, а ты за компьютер запрещаю да. Садиться. Так, телевизор пока что посмотри, пока ой, она там убирает. Ой, сколько там мусора, сколько мусора. Это вообще, ой, ну пылинок-то, сколько шерстинок. Чтобы посмотреть. Ой, ну волосиночек. Вот, Леска, подойди сюда, пожалуйста, подойди. Куда? Сюда, пожалуйста. Ой, мамочка, иду, да. Пошу, не ругай, покажу. Мам, не ругай, ну зачем, а? Подойди а сюда. А где ты? Да я возле телевизора сижу, совсем что ли забыла, где. Ой, я? Мамочка моя дорогая. Вот видишь, ой. Как девочки занимаются в твоем как возрасте. Заним... Вот так же надо и заниматься. Вот видишь на телеке. Мам, ты что, 150 килограмм, мне же развалит. Так же надо заниматься, вот так же надо заниматься. Видишь, люди в школе хорошо учатся, видишь, как девочки дружат, а ты что? Видишь, плавать умеют. Я дружу, мам. Я сейчас покажу, подожди, не ругайся, мам. Что? Сегодня, вот, сегодня у нас на уроке танцев, смотри. Потоп! Где ты, мам? Потоп! Как потоп? Нет, это же фонтан. Не, мам, ну подожди, посмотри. Это потоп, видишь, все коричневое. Мам, посмотри, сегодня с девочками из ТикПука мы выучили, смотри. Я же запрещала тебе скачивать ТикПук, кто тебе об этом рассказал? Ну, мам, ну все смотрят, ну пожалуйста, оставь. Быстро удали, нет! Мам, ну оставь, пожалуйста, ну там тренды, там мемы всякие, ну как ты, чё, я вообще тогда отстану от жизни, мам, смотри. Да просто посмотри, что происходит из-за ваших тиктаков, вот этих вот потоп, все затопило, что теперь делать будем? Нету потопа. Ладно, все, убирайся давай, убирайся. Я пока что поем. Ой, ну зачем она все время ругается? Давай, давай, чипсики. Ой, мама, можно мне тоже чипсы, пожалуйста? Нет, иди отрабатывай. Ну что отрабатывать-то все время? Отрабатывай, отрабатывай. Живу как раб. Давай, давай, иди, иди, шуруй. Какой-то вообще неволе. Вот все время делай, все время там что-то... никакой... сладкая вата. Друзья, смотрите, жрет, сидит, а. Сладкая вата. Друзья, ну что... Так, все. Мне надоело, как ты тут мусолишь, что-то стоишь. Зачем за мной подглядываешь? Быстро спортзал, но делать уже нечего. Можно, пожалуйста? Спортзал, быстро, пошли. Как это? Подожди, подожди, у меня это прилипло к руке, это вот это. Ой. Что ты тут дэнсишь? Хватит, все, запрещаю тебе танцевать. Ой, извините, пожалуйста. Хватит, все, пошли. А, мам, а можно мы еще в кино пойдем? А ты что такое дверь у меня придавила? Ты кем себя возомнила? В кино не пойдем, пошли. Ой, а куда мы едем, мам? Мы едем в спортзал заниматься. Ой, мамулечка, мне тут дождик попадает. Вот и сиди там. Ой, ну почему так ругается? Смотри, как все затопило. Вот видишь, люди как едут, вот как едут. Видишь, какие у них машины. Ага. Вот учи в школе хорошо, чтобы такие машины были у тебя. Мамочка, ну я же учусь. Что все время ты говоришь? Учусь же. Пошли. Я. У меня все сломалось, тут уже ничего не работает. Все, давай. Пошли в спортзал. Надо подкачаться. Вот видишь, как я спортивно ем. Мам, ну ты уже как мужик уже подкачалась. Ну, а что так? Видишь, как я спортивно ем? Спортивно. Пустите, люди добрые, в спортзал. Да отсюда заходи. Ой. Люди недобрые. Ой, а можно мультик посмотрю пока, мам? Нет. Иди занимайся, 300 килограмм поднимай. Серьезно? Нет, нельзя бегать. А что делать? Нет. А как?
Боже. Сюда! 300 килограмм поднимай! Мамда меня раздавит, я как сосиска на две части. Поднимай! Ой! Вот! Смогла же, смогла. А я вот столько буду поднимать. Мам, ну пожалей. Ну, мам, ну никого нет в спортзале, все в кино пошли. Ну что мы-то одни как ненормальные какие-то. Так, пошли. У меня для тебя хорошая новость. Пойдем сейчас в самолет. Какой самолет еще? Пойдем в самолет отдыхать. В отпуск полетели, что ли? Да, поехали. Самолет? Полетели в Нубалендию. Подожди, мам. О, фу. Мам, все время отъезжаешь, я не успеваю сесть. Ты едешь уже. Вон лицо какое-то у тебя. Потому что подготовлено спортивнее надо быть. Пойдем. Так, все, чемодан забыла. Пойдем. Без разницы. Перепрыгивай тут все. Это что такое еще? Давай. А где ты? Будет у нас подготовка, пойдем. Мам, ты паркуешься криво, посмотри, как встала, вообще жесть. Да ничего, тогда ты припаркуйся, если ты умеешь. Давай. Куда, я ж пошутила, давай, сарказм не понимаешь, что ли? Мам, ну надо машину ровно, ну так нельзя. Где научилась? Это ваши тиктаки плохо так учат детей. У тебя штраф потом все время приходит. Мам, ты что делаешь-то, а? У нас все время сколько... Да давай, иди сюда. А куда мы идем? Медлишь, идем. Будем прыгать с самолета. Нормально. Вы что кричите, мадам? Я твоя мама. Так. Пойдем, давай. Опа. Как? А сейчас... А что это такое? Мы будем прыгать. Капец какой-то. Ой. Резко. Бери парашют. Нажимай на парашют, мы прыгаем. Мам, я боюсь. Ты что с парашюта? О, давай, нажимай на парашют, там есть парашют. Я не нажала, я куда-то вылетела в какую-то дырку. Так и надо было. А ты где, мам? Ты же на парашют... Ты же летишь? Нет. Зачем ты не летишь? Ой, я лечу. Куда, вниз летишь? А как нажать на парашют-то? А, нажалась, фу. О, вот он сам раскроется. А где ты, мам? Где ты? Я на качельках катаюсь. О, я в фонтан, кажется, сейчас буду пикировать. Да, что это за шар летит такой? А где же моя мамочка? Ой, мамочка хорошенькая. Вот. Эй! Ой, родименькая привет. Сейчас пойдем. Мамочка, остановись, пожалуйста. Сейчас я им изменю имидж твой. Не, пойдем. Не, мам, можно, пожалуйста, все, я уже не могу, мне уже плохо от тебя. Пойдем в вертолет, пошли. Нет. Ой, тут кто-то едет на доске. Ой. Друзья, вот это вот была... Злая мама, как... Кири, 17 лет, самая модная богачка. Друзья, хорошо, что моя мама не такая, это кошмар какой-то вообще. Надеюсь, что у вас тоже добрые мамы, и что... Пишите в комментарии, какая мама вам больше понравилась, и какая была более смешная. Нубик, выйди из роли, я тебя умоляю, мне уже плохо. Выйди, пожалуйста, из образа. Все, окей, сейчас. Друзья, вот на этой крутой, веселой ноте мы закончим это видео. Видео, в котором Нубик стал доброй мамой против... Самая богатая точка прийти. Против злой мамы. В общем, вот такой дэнс у меня получился. Посмотри, Нубик, врубай танцульки и давай прощаться с нашими ребятами. На связи с вами была Леди Лесочка и Нубик Кубик. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока, друзья.